Okay. Okay, I'm checking. Already go to check. It's what? It's Calf Phalanx. You go solo? Let's try to zero him solo, I think. He's on Calf. Let's go! Обнуляем челов соло. Кавалерийская фаланга. Ну, хреново туча солдат. Главное, чтобы он был не в сети. Вперед! Сколько он уже потерял? 69... 59. На 10 миллионов просело двух там трех атак. Жесть. Миллиард 600, окей. Скоро до Т-4 войск доберемся. 1 570 000 000. Пофиг на кроликов. В таких ситуациях просто насрать. Сказали, у него только Т-4 кава осталось. 1 500 000 000. Кто-то с лидером ударил, вы видели? Там лидер возвращается. Кстати, можно сюда кролика слить, ударить его с лидером. Почему нет? Я не буду этого делать. 1 400 000 000! 1 400 000 000 у него остался. О, стоп. No cav left, guys, no cav. What we do? Set rallies? Okay, set infantry run. Вот они осталось каву, типа. 53 миллиона. Сколько было? Было 71. 71 за 2 минуты осталось 53. Просто чел потерял 6 миллионов Т-4 коней. Будет плакать? Интересно, там кавалерийская фаланга или кавалерийский клин? Просто уничтожили типа. Ну, кролик догорит, пофиг. Мы сейчас точно просто пробьем эту цель. Если он в щит не уйдет, то мы пробьем эту цель. 1 339 000 000. 1 339 000. 1 600 000 был. В соло, блин, 300 лябов почти убили чела. Постоял на кавафале. Пожалуйста, не уйди почти. Нет. 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 I have 10 minutes, buddy. I have 10 minutes. We have to try very hard target, I think, right now. 10 minutes, buddy. Его никто не крепит, все на него забили. Я даже, наверное, фалангу не буду чекать. Типа, если я прочекаю фалу... И она сменится. То не будет интриги. А ударить его в любом случае надо. В любом случае я его ударю.
Даже если это будет стрелковая фала. Короче, я не буду чекать фалангу повторно, пускай это останется интригой. Просто прожму ковры, а там будет что будет. Ну, сборов у нас примерно 10. У всех кролики есть, поэтому если вдруг я залечу в пехотную фалу и пронесу там 1,4 миллиона войск, то ребята последуют этому же примеру, тоже используют кролика и пойдут оставаться у него в тюрьме. Но пока что там не военный шмот, может быть он даже, кстати, его и не сменит под первый сбор. Давайте буст на атаку. Так, фаланга там точно стрелковая стоит, я помню. У меня. Надеюсь, не у него. Ну и нужно будет шмот поменять. И коврики прожать. Вот такой вот план. То есть остальные сборы где-то на минуту позже нашего создались. Вообще, если он умный... Тут распустится сбор почему-то. Если он умный, он не будет менять фалангу под первый сбор. Он примет его на пехоте. А вот остальные сборы он будет принимать на стрелках. Если он спалится, просто остальные сборы распустятся, и на этом все закончится для него. Ну и для нас, наверное, тоже. В этом наушнике, блин, уши чешутся. Ужас какой. Этот вот, блин, бестолковый наушник. Куда это он улетел? Speed up infantry rallies faster. Там ковры прожали, кто-то слишком быстро решил ускориться. Ну ладно, сейчас прикиньте, все примет. И это будет финалочкой. Но он просил примерно на сотку уже. Там какие-то сборы не добежали. Но он, видимо, не потерял всех стрелков в любом случае. Если бы я залетел последним, то нам бы это не помогло. Что опять драйдер не спас? Где эти 10%? А эта гильдия, кстати, вся в этом госе? Ну да, они все в этом госе. А залетели мы примерно одновременно. 30... 38... Ну тут так, да, плюс-минус 5 секунд. А кто тут залетел больнее всех? Вот первый сбор. Вот мы залетели, блин, в третьими. Хотя если бы мы залетели последними, это бы нам как-то помогло. Вот эти сборы больно так нанесли урона, хорошо. 6400, 6, 5500. Это два кавалерийских было. Это тоже пехотный. Это кавалерийский, это кавалерийский. Это, наверное, тоже кавалерийский. Нет, это стрелковый. Что-то как-то стрелковый сбор слабенько так ударил. А это пехотный, да? А это пехота. Ну, такая себе пехота. Так, выходят наши сборы. Ускоряем до 30 секунд. Так, хорошая просадочка. Оба. Мы что-то ему вообще пронесли, наш сбор ничего, по-моему, не пронес. Ну, тут просадка. О, кстати, вот это неплохо, там сбор ему вжарил. Чпоньк. Тоже растворчик, еще один растворчик. Даже силы больше стало. Он отхилил Т4, там по Т4 был удар. Третьего с конца сбора. Еще один сбор залетает. Ой-ой-ой-ой, это было больно.
Но у него там точно уже заканчиваются войска в передней линии. Это уже не Т-2 страдают. Там уже пошли потери среди Т-4. А, похоже, все, больше сборов нет у нас во второй волне. Он все съел. Он все сожрал. Сколько у нас тут? Кому-то повезло вообще? Драйдер хоть кого-нибудь спас? Надо было кролика использовать, конечно. Вот это хорошо. Смотрите, 6600. Это что это было? Кава, что ли? Это была кава. Либо он поменял фалангу на пехотную, либо у него закончились стрелки. Но вообще, скорее всего, первое, потому что стрелки, смотрите, 107, 106, 114. У него нифига не закончились Т2, он просто фалангу сменил. Это что был за сбор? Это был кавалерийский. I can't set because I have no leader. Ну ничего, сейчас надо ОП импульса разбудить. Но я думаю, что третью волну он принимать уже не будет. Сколько у него там уже суммарных потерь? 61 лям. То есть от последней волны он просел на 16. Но он там до хрена раз отхилился при этом. Он молодец, он умеет сборы принимать. Видимо, не первый раз. Кто у нас засборил, интересно, кто? А, кролика использовал. Да, видимо, ВСЗД использовал кролика. Снова луки. Но он... We set range. GVT set range, yes. Но он, похоже, поменял фалангу на пехотную, да? Наш сбор ему очень мало войск пронес. СГР... Да, он на пехотные все наши сборы принимал второй волны. То есть он поменял фалангу где-то вот, получается, в момент выхода сборов. Когда я чекал, была стрелковая, а он, получается, стал принимать на пехотной. Но это логично, так обычно все и делают. Вот первый сбор из кавалерии вынес ему 4 ляма войск, очень больно сделал. Потом залетели стрелки так себе... we will go with timer. So don't worry, just tell us when to go and we'll go. Короче, это у нас что за сбор? Это пехота? Ну, пехи в пехов, конечно, посильнее бьют, чем... А, это тоже пехотный сбор. Что-то как-то один пехотный сбор вынес. Но тут, видимо, Т5-ых было больше, и сборщик посильнее. LH4. Тоже пехотный. LH3 стрелковый. То есть у него там мало Т2 стрелков осталось, и он принял решение принимать на пехоте. Вот. Но у нас всегда примерно равное количество кавалерийских и пехотных сборов. Но стрелковых всегда чуть поменьше. Но видите, на кавалерийской фалии такие ребята не принимают. Сколько, интересно, у него было здесь войск изначально потерянных перед приемом первой волны? Ну, где-то, наверное, миллионов... 25, как мне кажется. Я туда наверняка смотрел, но не обратил внимания. Да, кава хорошо зашла, но кава у нас тут было, получается, раз, два, три. Три сбора кавалерийских на 10. Ну, как-то маловато, да, кавалерийских? Он мигрировал, похоже. Да, он мигрировал. Но дальше он, получается, уже просто не мог бы принимать.